Всем привет, вы на канале Keyboard 1958. Сегодня мы пробрались на секретно заброшенное место, называется какой-то лагерь. Такая устрашающая наклейка тут. Все это выглядит как в каком-то аутласте. Так, мы сейчас попробуем забраться внутрь, и дальше я продолжу. Так, всем привет. Сейчас мы уже пробрались. Это частная территория. Незаконно находиться. Так. Очень страшно, что вдруг кто-то вылезет и будет капец. Так, сейчас попробуем забраться внутрь. Следующий. Съемка будет уже изнутри. На связи. Вот немного вам вида изнутри. Видно что-нибудь? Да, я это знаю. Все, на связи. Сейчас. То есть можно еще под землю спуститься, не знаю, что может, наверное, какие-то канализации или что. Катакомбы. Вполне. Я не знаю, что там. Я в прошлый раз туда не лазил. Я в прошлый раз вообще с той стороны, получается, пошел. Здесь я ничего не видел. Блин. Нет, это интересно, что можно под землю спуститься. Так. Блин, было бы круто, если бы еще кто-то был. Откроем люк. Настежь. Чтобы заглянуть хорошо? Да. Да. Не, чуть близко. Вместе полезем. Очень ненадежно. Ну, лестница ненадежно стоит, согласен. Если по-моему лестницу хочу сделать. Тебе почему не взял мой фильм? Придется тогда не. Реально полезешь? Реально видишь комнату, посмотри. Да, там подземляется. Охуеть. Заверная лестница. Ну, что? Это стрёмно. Следующий. Короче, мы примерно выяснили, какого года вами. Типа, ну, тут перечисляли 86-й, типа, год. Что-то 94-й. Нашли более безопасный вход. Не полезли вы вниз. Может, потом стоит. Еще полезно. Давай ты первый. Блин, фонарь. Очень жалко, что нет фонаря. Э! Со мной? Это наверное, знаешь, что? Это типа под землей, ну что-то могут делать, не знаю. Батареи или что? Что могут делать под землей? Тут видишь, труба вон идет гигантская. Пошли дальше, потом. Ну вряд ли что-то будет интересно. What the fuck? Хуйня. Короче, чем все закончилось? Ну, мы добежали, короче, до забора, и там сторож, короче, вышел. Все-таки спалили нас. Да, обосрались, конечно. Ну и пошли купаться в озеро. Так, блюрей. Потом искупались как следует. И сейчас направляемся. Ну, было страшно.
Блин, мы так ничего не посмотрели. Надо будет еще. Продолжение следует, короче. Сними виды. Ну, виды засними. Как? А, понял. Сейчас. Ой, я сниму. 60 кадров. Конец съемки. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Здесь новых видео, как я сказал, продолжение следует насчет этих лагеря. Продолжение следует. Будут другие ролики, какие-то игры, стримы. Так, до встречи. Подписывайтесь, лайки, дизлайки, комментарии. Колокольчик.